Приветствую вас, любители хорроров, меня зовут Ренат, вы находитесь на канале Horror Live Game. Сегодня у нас с вами неоднозначная игра, это, естественно, не хоррор, но прикольная игрушка для того, чтобы отдохнуть от хорроров, отдохнуть от всех этих соседов, Puppy Playtime и всего остального, от всей этой индюшатины. Индюшатины. Поиграем мы сегодня с вами в другую индюшатину. Тоже классную и прикольную, я посмотрел отзывы в Steam, по ней прям... Очень положительные отзывы, поэтому давайте тянуть не будем, наверное, с вами начнем. Что-то, по-моему, громковатая игра, а здесь, короче, настроек-то нет. Выберите метод управления, мышь, клавиатура. Давайте мышь выберем. Давайте выберем мышь, посмотрим, что из этого получится у нас. Так, сейчас наушнички получше, поудобнее оденем. Так, летающие какие-то червячки. Летающие червячки. Так, лягуха. Лягуха, большое ухо. Хотя нет, у нее нет ухов. Так, ВСД. Оп. Ага. Мы играем за девочку. Так, ВСД. Я прыгать могу? Нет. Я могу управлять мышкой. Все, я понял. Хорошо. Давай управлять мышкой будем. Будем управлять мышкой. Мы же выбрали управление на мышку. Поэтому будем управлять мышкой. То есть... По сути, здесь можно обойтись и без клавиатуры, да? Ой. Птичка, ты чё от меня бегаешь? Ну-ка, стой. А я, кстати, не могу бегать. Это какой-то гном. Какой-то гном. Пошли. Так, о, телефон. Алло. Алло, Питика? А чей это язык, интересно знать? Походит на какой-то... на польский, по-моему. Побр, курва. О! Да ладно. А там в отражении был... Медведь. А чё, надо зайти в зеркало, да? А. Шик-шик. Усы. А, отражение вместе с рисунком ушло, офигеть. Прикольно. Так, это у нас что? Какая-то кружка, но мы типа ее взять не можем, да? Ладно, пойдем. А мы не можем? А как? А как? Оп. Оп. Все, я понял, давай. Давай, оп. Короче, надо пропрыгать наверх. Пропрыгать надо наверх. Вот. Уже, короче, можно взять ее. Я понял. Я понял. Так, у нас есть кружка с вами. Пойдем. Какой-то странный, короче, бородатый мужчина. Так. О, это кто? Это земляная рыба? Это земляная рыба. Мы погладили земляную рыбу, ей это нравится. Отлично. Это земляная рыба была. Пойдем. Такая вся игра и будет, да? Типа нам надо наверх. А, тебе нужен ключ. Тебе нужен ключ. А где нам взять ключ? Так, инвентарь. Ага. В инвентаре у нас ключа нет. Но я думаю, что сейчас будет где-то ключ. Lost in play. Ну да, это название игры. А что ты смотришь? Все нормально. Lost in play. Так, надо включить этот. Вентилянтер. Надо включить вентилянтер, потому что становится жарковасто. Или жарковасто. Прикольная игрушка. Прикольная. Мне пока нравится. Так. Утка сидит, курит. Жаба с короной. И вот этот гном. Так, кружка. Так, ну-ка. А у тебя? И у тебя есть... Кружка. У нас у всех есть кружки. Значит, мы вместе... Так, подожди.
Значит, мы вместе выпьем чаю. Окей. Угу. Угу. Ключик. Окей. Так, лови ключ. Оп. Ключ мы поймали. Пойдем. Пошли, что ты? Виси. Весело так в припрыжку. А у тебя же есть ключ, ты чё? Какой кули-мули? Так, ключ. Подожди, ключ. Во. Оп. Что, не так? Ключ не попадает в дверку. Типа... Загадки, загадочки... Ну, пусть будет так. Так, ага. Да подожди, я же типа сделал все, нет? А-а-а! Я понял. Подожди, мы, короче, вот это сделаем вот так вот. Вот это мы сделаем вот так вот. Вот так вот мы сделаем. И... Нет, не получается. Мы только можем вращать две оси, да? Мы можем только вращать две оси. А если мы сделаем вот так вот и сделаем... Так не получается. Так, подожди. А, во! Нет, не вот. Это, короче, надо сделать вот так вот, а вот это надо сделать вот так вот. Во! Во, во, правильно. Правильно все. Так, мы открыли дверку. У! Лейка. Давай, бери. Пойдем. Лейка-леечка. Такая веселая деваха. Так, мы сейчас будем разливать чай из лейки, да? Ну-ка, давай. Типа, давайте кружки. Отлично. Хороший чай из хорошей лейки. Почему бы и нет? Я тоже не против. Хороший чай из хорошей лейки, это всегда офигенно. Ну, за здоровье. И куда нас понесло? Опа. А, это был сон у нее такой. Это был сон. Непонятно, конечно, что они говорят, да в принципе и не надо. Так. Нам надо... Что сделать? Нам надо проснуться. Просыпайся. Ну, мать тебя взъерошила, конечно, вообще. Так, а брательник-то у нас что спит? Давай его будить. Мне хрен спать. О май гад. Привела себя в порядок. О, там кто-то под кроватью сидит. Ну-ка. Подкроватное чудовище, все понятно. Так, давай мы разбудим брата. Так, есть подсказка, но подсказками пока пользоваться не будем. Посмотрим, что у нас там. Ой, машинка. Ага. Как нам ее поймать? Ну-ка, давай еще раз. Сейчас я буду мышкой кликать. Оп, я поймал ее. А зачем тебе ключ? Так, а будильник? Так, нужна отвертка, ключ и батарейка. Подожди. У нас же... У нас есть ключик, да? А я вижу теперь отвертку. Но ты до нее не дотянешься. Так, а ну-ка давай попробуем ящик. Ага. Так, ну-ка, полезли. Давай. Как брательник не проснулся еще, я вообще не понимаю. Подожди, так а батарейка? А батарейка, может быть, в машинке есть? Нет, она не берет ее.
А что у нас тут еще есть? Так, это что? Что делает? А, давайте посветим сюда. Это кот сидит. Я понял, батарейка в роботе. Ну-ка пойдем возьмем его. Батарейка в роботе. Туши волосы, ты что делаешь-то? Волосы туши. Туши волосы быстро. Сгоришь нахрен. Так, батарейка. Я понял. Все, пойдем теперь, короче. Да у нас же есть это все, ты что? У нас же все это есть. Подожди, или надо вытащить это теперь из сумки? Ага, надо это вытащить было из рюкзака. Сейчас она все это... даже так. Нифига себе. Да ладно. Так, подожди. А как тебя перевернуть? А, вот так вот, все, я понял. Так, короче, тебя перевернуть... это же игра в пятнашки. Я понял тебя. Я тебя понял. Так, подожди, сейчас мы это сделаем вот так вот. Это мы поставим сюда, это мы поставим сюда. Так, так, нет, неправильно. Это неправильно. Так, так, вот это мы сделаем сюда, вот это сюда, вот это сюда. Подожди, так она же вращается. Так, и теперь вот так вот. Да, все теперь правильно, вот теперь все правильно. Все отлично, теперь можно, короче, собирать обратно и звонить. Так, или надо на него направить будильник теперь. Так, ну-ка, подожди, давай. Будильник на него. О, брат-то старший, да? Сломал будильник, ты чё? Я столько времени его чинил, а ты его сломал. Нифига себе. О, ну как обычно. Давай залипать в игровую приставку. Нормально. Пойдем. Пойдем, короче, за братом. Раз мы его подняли, теперь можно это. Ходить его доставать. Так, собака. А я с собакой взаимодействовать-то не могу, да? Спит собака, спит. Ай. Надо как-то разбудить собаку, да? Так, это что у нас? Фломастеры. Само то, чтобы покостить. Где-то что-то нарисовать. Так, здесь нужен маятник. Окей, я понял. Так, с магнитофоном у нас что? А, это музычка меняется. Все, я понял, ладно. Так, здесь нужен ключ. Это у нас тут какой-то журнал. А, это комиксы. Так, король лягушек жил со своими подчиненными, отдыхал. Появился медведь с рогами оленя. Это типа... Как его обозвать-то? У меня даже в голове не складывается. Алимет? Алимет. Олень-медведь. Алимет. Короче, мы будем называть его Алимет. Все, я понял. Так, короче, появляется Алимет. Хватает царя лягушек. За него вписываются другие три лягушки. Но начинается, короче, мощная драка. Естественно, лягушки проигрывают, и медведь уносит Алимет. Уносит, короче, короля лягушек, но у них есть меч-кладенец, меч короля Артура, который стоит в камне, я понял. Так, чтобы победить Алимеда, нам нужно... Так, нужна коробка, нужны ножницы, нужны фломастеры, и мы получаем... шлем Алимеда.
или шлем рыцаря, который убьет элемент. Короче, я понял. Нам нужна коробка, ножницы и фломастеры. Фломастеры у нас уже есть. Окей. Фломастеры у нас уже есть. Пойдем. Пойдем посмотрим, что там дальше. Эй, поиграй со мной. Ну, поиграй. Ну, что ты в самом-то деле? Так. Тут у нас что? Ой, трусы. Это что такое? Это утка. А, это утка была на заставке, а где мы чай пили. Это утка, где мы пили чай. Так, у меня есть мячик. Ага. Кота. Кота надо выгнать из коробки. А, он шипит. Давайте ему дадим мячик. Коту. Нет. Я понял, надо мячик дать собаке, наверное. Этот колокольчик берется? Да, этот колокольчик берется. Хорошо, у нас есть колокольчик. Она решила напугать его. О! Подожди, а это же маятник, да? Так, ну-ка бери его. Да, действительно, это маятник. Теперь мы, короче, идем к часам, ставим маятник и смотрим, что произойдет. А мячик, скорее всего, для собаки. Да есть же у тебя маятник, или надо сразу же применять? Так, маятник на часы. Давай. А я откуда знаю, какое время? Подожди, вот здесь вот на фотографии висят часы. Так, время 6 часов 45 секунд. 5 часов 45 секунд. И у нас тут собака жрет мороженое, пацан мороженое теряет, на него кидается кошак. Мать в шоке, отец не знает, что делать. А вон этот бородатый, который там летал в начале игры. Я понял, 15 секунд. Так, ровно 15 секунд. Так, это сюда, так, а эту мы вот сюда, да? Да. Ту-ту, ту-ту, ту-ту. Ключик. Ключик, это хорошо. Так, мы взяли ключ. Теперь этот ключ можно... А я тебя понял, какой это... Вот ключ сюда. Давай открывай его. Ножницы. Только осторожнее. С ножницами надо быть осторожнее. Так, мячик. Собаки. Эй. Да в смысле, а как я это разбужу-то? Колокольчика, может быть, его надо разбудить. Ну? А, ему овечки снятся. Ему снятся овечки. Так. А, тут только ВСД, да? Тут только ВСД. Я тебя понял. Так. Давай мы, короче, тебя спихнем сюда. Их надо расставить всех, короче, на линии. А, вот этот стоял-то на месте. Этот-то стоял у нас на месте. Так, теперь мы этого сюда, а этого все. А как сделать рестарт? А вот. Блин, нифига себе, да ладно. Так, этого мы делаем вот сюда. Этого мы делаем сюда, этого делаем сюда. Да не так! Рестарт! Я же сделал все правильно. Так, вот этого мы делаем сюда, этого делаем сюда. Этого делаем сюда, здесь обходим. Делаем вот так вот. Или неправильно. А вот этого-то теперь как я? А, вот этого... А, теперь вот этого я не загоню. Подожди. Нифига себе. Подожди, это сложно. Это реально сложно. Так, вот этого мы, короче, спихнем вот сюда. Потом мы обойдем. Или мы не обойдем. Вот. Подожди, если мы сейчас запихнем его в угол, то это все, это фиаско. Это фиаско. Подожди, нет. Рестарт. Вот этого мы, короче, спихиваем вот сюда.
По-любому. И это сразу же фиаско, да. Так, сначала, короче, вот этого сюда. Потом мы идем. Вот этого сюда мы спехиваем. Да? Вот этого мы идем, спехиваем. Подожди. Нам в любом случае... Нифига себе, вот это засада, офигеть. А чё как? Так, ну-ка, подожди, подсказка. Я что-то недопетриваю. Ну, так они у меня так и стояли. Две внизу, одна вверху. Так, вот этого мы сюда, вот этого мы сюда, вот этого мы сюда. Так, теперь что? Я все равно не понимаю. Вот этого мы сюда ставим, да? И что? Это нам дает что? Ничего. Это нам ничего не дает. Либо... А, вот так вот. Все. Я, короче, еле допер. Да ну нет. А этот... Рестарт. Так. Да, рестарт не туда я нажал. Так, короче, спехим вот этого сюда. Вот этого сюда. Вот этого сюда. Потом мы идем, запихиваем вот этого сюда. Да? Вот этого сюда и этого сюда. Все! Победа! Это было трудно! Это было реально трудно! Так, он проснулся. Теперь мы можем с ним поиграть мячиком. Давай. Тю! Кидай. Ну? А. Вот так вот? Чуть не разбили люстру. А нет, разбили. Разбили, все в порядке. Ну, все в порядке, у детей так и должно быть. Ну, мать, и прическа у тебя, капец. Пойдем. Ну? Выгоняй кота из коробки. И собаку выгоняй теперь из коробки. Все, коробка наша. Так, у нас есть коробка, да. Давай собирать будем. Давай будем собирать. Все, вытаскиваем, начинаем пилить, красить, вырезать. Опа. Она решила напугать брата. Она решила реально напугать брата. Брата такой, ты чё такой трус-то? Вообще не могу. Что произошло? Что случилось? Что произошло? Так, надо, короче, в так наступать на эти штучки, я понял. Да в смысле, я же нажал. Шесть раз надо попасть, да? Она превратилась в этого оленя-медведя. Медолень. Все, у него новое имя, Медолень. Я так и буду называть его Медолень. Медолень. Нифига себе, какая смешная игра. Почему я раньше ее не видел? Почему я раньше не видел эту игру про этого Медоленя? Так, выходим.
Давай, выходи, ты чё тут трус-то несчастный? Так. Ой. Это, а ты кто? Вы видите, да, его? Вот он сидит. Ты кто? Крутотик. Крутотик? Ему нужны очки. Ему нужно найти очки, а у меня пока, короче, ничего нет. Это что такое? Щипцы какие-то. Естественно, я не достану. Чертик, дай мне эти щипцы. Нету, да? Так, это что такое? Это смола из дерева. Окей. О, медалень. Оп. Ты чуть не зарезал себя, ты придурок. А, он его бросил. Так иди забери его обратно, ты чё? Ты угораешь. Забери нож. Всё. Так, нож мы забрали. А теперь надо, наверное, забраться на дерево и срезать. А он на дерево не забирается. Подожди. Так, тут у нас сидят три лягушки, которые мы видели с вами в комиксах. Точно, это они самые. У нас тут лежат три лягушки. Сидят. Это что такое? А я думал, это кнопка. Это походит на тарелку. Это тарелка? Серьезно? В натуре это тарелка. А я думал, это кнопка. Так, что тебе надо? Эй. Привет, привет. Говорит, достань мне шляпу. А, понятно, тебе что надо? Ну, тебе надо вытащить меч. Миш. А, надо собрать всех и потом вытащить меч. А тебе что надо? А тебе надо открыть консервы. Так значит, там висит не нож. О, в смысле этот, там висит консервный нож. Окей. А этот мне говорит, что ему нужны очки. Этому нужны очки. А где находятся у нас очки? Вот очки лежат. А там сидит чертик, он меня не пускает. Подожди, у меня есть тарелка и нож. Наверное, надо смолу набрать в тарелку. А что ты делаешь-то? Вот сюда вот, давай. А, она не капает. Может быть, надо расковырять дерево. Точно, вот теперь мы наберем смолу. А зачем нам смола? Может быть, надо этой смолой угостить того чертика, который сидит в этом, вот здесь. Да подожди ты, открой ты дверь. Вот ему сюда, нет? А, вот сюда надо? А зачем сюда ее? А, мы поймали мотылька. А, вот и все, вот он и вышел. Пойдем теперь в бревно, заберем очки. Так, все, мы забрали очки. Ай да, вот возвращаемся. Мы забрали очки, это хорошо. Давайте теперь ему дадим очки, а он нам отдаст этот. Крутотик. А он нам отдаст этот, эту плюшку. Все, на очки бери. Бери свои очки и отдавай нам нож. Консервный. Куда он убежал-то, алло? А, ветка? С помощью ветки надо? Ну-ка давай. Так, подожди, ветка. Вот сюда вот, ага. Веткой. Нет. Почему? Подожди, а может быть с помощью ветки мы сможем снять колпак? Да я понял. Ветка же есть у нас. Давай вот с помощью ветки попробуем снять его оттуда. Во! Вот. Отлично. Так, пойдем теперь. Я это... закину тебя. И ты типа это... достаешь мне нож. Нет. Вот это что такое? Ну-ка вставай. Кратко.
А может нам нажать на кнопку? Нет? Ничего не происходит. Так ты почему спрыгиваешь-то с нее? Алло. Да не надо уже вставать туда. Не надо. Пойдем. Пойдем, короче, в сторону медведя. Скорее всего, надо что-то сделать будет там. О! Страшный медведь, он меня типа не пустит. А давай мы обойдем вот так вот. Ты чё? Или гух? А, он его будет отвлекать. Пойдем быстрей. Блин, он забрал, ты чё, падла? Отдай мне эту штучку. А, поиграй с тобой в эти в шашки? Подожди. Поиграть в шашки. Мне... Так. Подожди, рестарт. Так, он не ходит только по диагонали. А, мне надо его зажать в угол. Я тебя понял. Так. Давай. Вот сюда. Вот сюда. Так, вот сюда. Это будет у нас вот сюда. Окей. Так, это вот сюда. Это вот сюда. Ты никуда не денешься. Все, тебе хана. Это вот сюда. Так. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Так, это у нас вот сюда. Это у нас вот сюда. Это вот так вот. Так, все. Ты, короче, у нас уже никуда не денешься. Так, пусть это будет вот так вот. Пусть это будет вот так вот. Так, и вот так вот, да? А, так типа... Нельзя ходить... Блин, так нельзя ходить назад. Вы офигели. Рестарт. Ладно. Ладно, я понял свою ошибку. Давай вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Короче, идем вот так вот. Нет, не так. Надо было. Надо было не так. Так, это вот сюда. Ага. Это вот сюда. Начинаем его потихоньку зажимать. Вот так вот, да. И вот так вот. Все? Ты попался? Это было быстро. Это было быстро и легко. Home sweet home, дом, милый дом. Отлично. Это было прям очень легко. Так, все. Вот, вот, возвращаемся. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? А, он его типа отвлек. Я тебя понял. Пойдем. У нас есть, короче, какая-то штука, только я не знаю, зачем она нам. Так, вот здесь вот есть какая-то прорезь. Ну-ка. Что ты хочешь мне сказать этим? Может, ее надо ставить вот сюда, да? Ну? Пойдем. Так, давай. На эту штуку. Малый. Да не так. Давай, вставай. А я сейчас тебя запульну наверх. Давай. Я сейчас с тобой стрельну наверх. Давай стреляй. Ты чё? Все, молодец, красавчик. Все, теперь давай мне их. Я сейчас пойду, открою мушиные консервы. Оп, красава. Нифига, лягушка-помощница, прям вообще офигеть. Нормально, пойдем открывать. Пойдем. Да-да-да-да-да, сейчас мы откроем. Сейчас мы тебе все откроем.
Сейчас мы тебе откроем абсолютно все. Вот тебе, короче, нож консервный. А, ну типа сам-то открыть не может, да? Будем мы открывать. Ладно, хорошо. Самое главное, после того, как откроешь, главное не порезаться. Так, а чё, мух надо словить? А-а-а, меня мухи жрут. А, ну отлично. Теперь меня, короче, мухи облепили. А он с меня и съедает. Такое недовольное лицо у него, капец. Ну все. Давай теперь вытаскивать будем. Цепляйтесь. Да. Давайте, пацаны, вместе. Вчетвером. Сейчас мы вытянем его. Давай, поехали. Давай, тянем, потянем. Тянем, потянем, вытянуть не можем, тянем. Оп, лови его! Придурок. Я сейчас думал, сейчас в него воткнется, как нож. Потому что мы банда! И теперь мы пойдем и дадим бой этому медведю. Но медведь же это наша сестра. Медалень это же наша сестра. Алло. Ты собрался зарубить сестру? А что делать? А вот стрелочка вперед. Да я не могу. А чё как? Он рычит. Может надо вниз? Нет? Так он рычит. А чё делать-то? А, его надо было отвлечь. Все, я понял. Медалень. Ну, слушай, сеструха, у тебя прям вообще злая. О, какие-то пещеры. Так, и за нами гонится медалень. Медалень за нами побежал в пещеры. Так, пошаговая догонялка. Я успел. Короче, один ход у него, один ход у меня. Нормально. Так, медалень. Так, А, он так ходит. Где красные линии, он там на поперек ходить не может. Наискосок. Нам надо, короче, значит, его приманить, короче, сюда, загнать в угол и потом от него убегать, да? Так, ну-ка иди сюда. Давай. Так, вот сюда. Вот сюда. Я, наверное, делаю слишком много ходов. Вообще нет, сработало. Аренда. Аренда. Какая аренда? Так. Давай, иди сюда. Если я сейчас пойду сюда, он меня может схватить, да, или нет? Да, он меня хватает, я так и понял. Желтые линии это мои, чтобы ускорить типа ход, а красные линии это его. Хорошо. Да в смысле? А, здесь же есть наискосок идти. Блин, я не заметил. Давай иди сюда. Но он, типа, меня все равно хватает. Так, а если мы сделаем это вот так вот? А, он меня все равно хватает. Подожди, подожди. А если мы пойдем, типа, короче, вот так вот? А, он сразу меня хватает. А где же агр-то? Вот теперь он меня не схватит. А, нет, схватит! Да ладно, вы прикалываетесь. И давай, иди сюда, иди сюда. И сейчас мне, короче, надо его будет заманить
Заманить обратно надо было, блин. Хорошо, я понял. Я понял свою ошибку. Я понял. Блин, это косяк. Да, это косяк. Я опять пошел, короче, неправильно. Иди сюда. Так, сейчас мы, короче, приманиваем его. Вот так вот, да. Все, ура, мы прошли. Мы прошли. Сколько нам еще? Нам надо, короче, так, это уже получается третье, да? Или мы три прошли? Так, вот здесь вот-то будет сложнее. У него тут много ходов. А, я не могу здесь пересекать линии. Хорошо. Так, статуэтка. У нас есть статуэтка. Он меня схватил опять. А как мне тогда быть-то? Блин, это косяк. Ну-ка, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, давай. Так, теперь я делаю здесь шаг, делаю здесь шаг. Так, беру, короче, статуэтку. Он меня палит. Я возвращался. А как? Это нереально. Это как? Это вообще непроходимо. Если я пойду сейчас вот по этой полосе, он меня схватит. Это факт. Я тогда попаду ногами в жир. Так, вот он меня спалил. Все, возвращаемся обратно. Я бегаю от него кругами. Так, я понял. Мне надо его, короче... приманить сюда, чтобы потом от него убежать. Да, 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 да. Так, я сейчас хватаю, короче, статуэтку и рву когти вперед. Вот и все, я убежал. Вот и все, я убежал. Пошел, ты понял, медведь? Медолень. Так. Нам надо его будет заманить, наверное... вот сюда, да? Оп. 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 А, у него много ходов. Все, меня схватит, я понял. Мне не хватает нескольких... Мне не хватает буквально двух ходов. Так, мне в любом случае его надо агрить сюда. Нет. Мне надо было потом идти вот сюда вот. Да-да-да, я понял. Мне надо было потом идти в центральную его, чтобы заманить. Пойдем. Да я не сюда пошел. Или сюда я пошел. Он меня хватает, не хватает двух ходов. Не хватает двух ходов. Надо было идти в центр. Ой, блин. Иди сюда. Пойдем.
И теперь вот у него ходов не хватит, чтобы меня словить. Да. Теперь у тебя ходов не хватит. А у меня хватит. Я прошел, я молодец. Ну, медведь вообще просто лютый. Офигеть. Так, мы прошли здесь, да? Нормально мы прошли. Король! Так, там внизу нарисованы какие-то пиктограммы. Я предлагаю это все дело сфотографировать, чтобы мозги, короче, не парить. Так, где у меня телефон? Сейчас я вот сфотографирую вот это все дело. Так, я сфотографировал, я молодец. Лягуша, что скажешь, как тебя вытащить-то отсюда? Спасибо, все понятно. Каракатакау. Тяни другой узел, ты чё? Да другой узел ты тяни, ты задушишь его. Лягушич свободен. Окей. Так. Что ты мне хочешь теперь рассказать? Рыба по туалет. А, короче, он идет и... Что? Рыба по туалет. Я так понимаю, вы хотите его поймать, да? Так, ну-ка. А, кстати, веревка берется, да. Я вот решил проверить, она реально берется. Нифига себе, какая длинная веревочка. Подожди. Все правильно. Надо, короче, статуэтку поставить сюда. Вот здесь вот за пенек, скорее всего, привязать веревку, да? Привязать веревку и потом нажать на кнопку. Типа, я, говорит, не понимаю, что надо сделать. Вот здесь вот, короче, есть руны. Подождите, у меня же ведь на фотографии были изображения вот этих вот рун. Где у меня фотография? Так, я смотрю, так, треугольник, мишень, потом звездочка. Так, подожди, где у меня первое? Так, треугольник, потом мишень, звездочка, вот. Звездочка, вот, потом X и C. Да? Все правильно? О, буква S выпала. А, все, я понял. Там вот дырка для буквы S. Сейчас мы туда ее и поставим. Да? Да пройди ты сюда. Где у меня рюкзак? Давай. Букву S туда. И... Что делать? Типа, а как управлять змеей-то? Ну-ка. Подсказка. Подсказга. Так. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. А, надо определенное количество раз, сколько точек на этой змее, столько раз в каждую сторону делать. Я понял. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, так, сбрасываем сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Да, все правильно. Все правильно. Подсказка мне сказала. Это двойник наш. Мы сейчас, короче, заманим медведя, поймаем его в ловушку, да? О! Медведь идет. Давай прячемся. Раба по туалету идет. Надо прятаться. Идет. О. Ну. Хватай его. Все, мы поймали его. Алимеда. Пинч.
Так это была у них игра. Это была всего лишь игра. Ты в порядке? Сеструха. Ох, эти сеструхи. Тем более младшие. У меня, конечно, нет младшей сестры. У меня есть старшая сестра. Но она тоже прикольная. Я помню, как мы в детстве с ней играли. Частенько. Во всякие разные игры. Так, что у нас время? 50 минут? 50 минут. Если мы сейчас начнем разгадывать всякие загадочки, это будет, наверное, долго. Поэтому я вам предлагаю продолжить эту игру в следующий раз. Посмотрю по лайкам, по комментариям. Вообще, нравится она вам или нет. Если нравится, то типа, ну, продолжим играть. Игрушка на самом деле классная, меня вкатила, и я бы хотел бы ее... пройти. Вот, я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, залетайте в Телеграм по ссылочке в описании. Всем пока и до скорых встреч.